Пьяные трюки, псевдолечебница и шрапнель от машины. В эфире Днепр оперативный, с вами Анатолий Ивченко, и мы начинаем дайджест событий. Пьяные трюки. Под градусом превратился в каскадера. На перекрестке улиц Большая Диевская и Юрия Кондратюка водитель автомобиля Audi, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, врезался в бордюры и перелетел через них. От удара об асфальт из-под днища машины пошел дым. Приехавшие на место события правоохранители заметили у 28-летнего виновника аварии признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 2,1 промилле алкоголя в крови. Поначалу мужчина отказывался от госпитализации, но все же ему стало плохо, его отвезли в больницу с ушибами спины и грудной клетки. Всегда проверяй тормоза. Тройное ДТП случилось на Слобожанском проспекте. Автомобили Citroen и Lada стояли на виадуке в пробке. В этот момент за ними ехал автомобиль ВАЗ. По предварительной информации, водитель последнего транспорта не придерживался скоростного режима, вследствие чего врезался в десятку, а та по инерции столкнулась с впереди стоящим Citroen'ом. В аварии никто не травмировался, однако из-за сформировавшегося паровозика образовалась большая пробка в сторону Нового моста. Сомнительное лечение. В Кривом Роге правоохранители разоблачили реабилитационный центр, работавший без соответствующих документов. Заведение было организовано в частном доме Долгинцевского района. Туда принимали людей, которые нуждались в реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. Но деньги, которые родственники отправляли на лечение, они не получали. Как и никакой медицинской помощи. Во время осмотра реабилитационного центра там пребывало 16 людей, среди которых и 12-летний ребенок. Полицейские не выявили документов на ведение медицинской практики. По данному факту открыли уголовное производство за незаконную лечебную деятельность. Новости от соседей. Убил того, кто давал крышу над головой. В Одессе мужчина нанес более 20 ножевых ранений человеку, у которого временно арендовал квартиру. Как сообщают полицейские, случилось это на улице Богдана Хмельницкого. После совершенного преступления 51-летний злоумышленник еще двое суток оставался в доме погибшего. Задержали квартиранта недалеко от места события. Гражданин объяснил правоохранителям, что взялся за нож во время хмельного застолья, когда они с потерпевшим вспомнили общую знакомую. Теперь за умышленное убийство мужчине грозит лишение свободы до 15 лет. Пылающая комната. В Днепре на улице Бориса Познанского случился пожар в частном доме. Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили, что горят личные вещи в комнате здания на площади около 8 квадратных метров. Буквально за 15 минут возгорание удалось ликвидировать. В инциденте травмированных не было. Крупная шрапнель. Бахнулись машины, а травмировался прохожий. На улице Набережной Победы в результате ДТП в пешехода отлетело деталь автомобиля. Как сообщают наши журналисты, автомобиль Nissan двигался в сторону Южного моста и остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В это время за ним ехал Mercedes, который не успел среагировать и вовремя затормозить, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, у немецкой машины отлетел бампер, который задел прохожего. Последнего госпитализировали в больницу. В деталях аварии разбираются полицейские. Это все новости на сегодня. Следите за обновлениями Днепра оперативного на страницах в социальных сетях. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах.